Рост ВВП зоны евро составил 0,6% в квартальном выражении и 1,6% в годовом, сообщает статистическое агентство Евростат. Это на 0,2% лучше самых оптимистичных прогнозов аналитиков. Наилучшие показатели из 19 стран зоны евро у Испании – 0,8%. Далее следуют Франция и Австрия. Их успех специалисты объясняют медленным, но верным ростом потребления, а также правильно проводимой инвестиционной политикой предприятий. Не менее хорошей новостью стало снижение безработицы. Ее средний показатель в марте составил 10,2%, что на 0,2% ниже, чем в феврале. Такой статистики в зоне евро не видели с августа 2011 года. Абсолютным рекордсменом по-прежнему остается Германия. Там безработица составляет лишь 4,2%. Единственным минусом в этой оптимистичной для Европейского центробанка картине стали данные по инфляции. В апреле, как ожидается, она будет негативной – 0,2%. Это связано с остающимся низким курсом нефти.